соло на максимальном уровне сложности, без скиллов, медикаментов, стимуляторов, часто в темноте. Так что нужные кнопки ищем на ощупь. Расходованных скиллпоинтов. Вот этот и этот открыты в начале игры. Нужно было открыть. Заставили практически. Открывайте. А то дальше не пойдем. Гербарий не собираем. Тоже в начале игры только собрали, покрафтили для них. Задание такое выполнили. Больше не используем ни медикаментов, ни хантинг, ни комбат. Поэтому типа хардкор. Офис хороший. Лучше всех оборудован. Только телевизора нет. Но есть радиоприемник. И все остальное, что нужно для жизни. Холодильник, плита, нормальная кровать, обеденный стол, рация, ноутбук и мини-оружейный магазин, мини-супермаркет. Да и продать можно, и купить. Такая прелесть. Ужас. Ну ладно. Объявляем большую охоту на редких хищников. Но не только хищников. Редких зверюшек, которые помогут нам завершить крафтинг. Начнем с черной пантеры. Здесь берется квест.
go home. Так. Так, так. Thank you.
up to? Does he miss me? Thank you.
кошелек. Вместимость кошелька с 6 тысяч до 10 необходимо убить огромного буйвола. Идиотизм, конечно, что делать? Вот видите, эти кармашек дополнительные нашили. Череп голубя и перо. Ведь для этого нужно было убивать быка. Видите как? Разве это не идиотизм? Поищем еще редких животных, а именно квесты, где брать на них. Сейчас мы поохотимся на медведя. Последний хантер-квест с редкими животными для завершения крафтинга. Конфискую транспорт. Но. I wonder what he's up to. Does he miss me? Даю конченую фигню. И вот здорово. Не выехать. Заблокировал. Классно. Can't wait to go home. Smells great. Thank you.
Come on.